Белгород активно включается в реализацию областного проекта управления здоровьем. В прошлом году на территории городского округа открылось 6 офисов семейного врача. 2017 – ключевой этап. В планах – открытие еще 84. Сегодня мэр Белгорода Константин Полежаев лично осмотрел помещение под офисы семейного врача в микрорайоне «Новый». На первом этаже многоквартирного дома на улице Шумилова их будет сразу два, из расчета на 3000 жителей этого отдаленного микрорайона. Пока люди вынуждены ездить в поликлинику на прием к терапевту и узким специалистам почти на другой конец города, но уже летом ситуация изменится. Сегодня на территории городского округа есть микрорайоны, которые далеко расположены от поликлинического звена. Естественно, жителям этого микрорайона неудобно получать целый спектр медицинской помощи. Поэтому в первую очередь именно в этих микрорайонах у нас будут открываться офисы семейных врачей, которые будут здесь на месте непосредственно вести первичный медицинский прием и оказывать те услуги, которые необходимы населению. В офисах семейного врача, который откроется в микрорайоне «Новый», уже летом в три смены будут работать несколько врачей общей практики. Предусмотрены также процедуры. Дурные, прививочные, кабинеты функциональной диагностики и физиопроцедур. В планах проводить онлайн-консультации с узкими специалистами. Заканчивается комплектация кадрами, происходит переобучение. Есть полное понимание по комплектации необходимым оборудованием. Будет охвачен микрорайон в полном объеме. То есть людям не надо ездить, людям не надо совершать пересадки на транспорте, ожидать в очередях где-то в поликлинике. То есть офис семейного врача, вот он здесь, прямо в доме, в районе. Поэтому будем и дальше реализовывать эту программу планово. Предполагается, что к завершению реализации областного проекта управления здоровьем только в Белгороде заработает более 160 офисов семейного врача. Это значит, что медицина для всех будет в шаговой доступности.